В Кыргызстане патриотами своей страны становятся почти с малых лет. Сердар вместе с солдатами Национальной гвардии чеканит строевой шаг и даже пытается командовать ротой. Ему 2,5 года. Вместо мультфильмов мальчик смотрит военные парады и мечтает побывать в Национальной гвардии. Всего за несколько дней маленького кыргызстанца полюбили сотни тысяч пользователей социальных сетей. Эльнура Молдыкадырова о буднях юного защитника страны. Командует четко, громко, уверенно и исключительно на родном кыргызском языке. Всего лишь полгода назад Сердар Талайбеков начал самостоятельно ходить. Сейчас ему 2,5 года. Больше всего он любит чеканить строевой шаг в военной форме. Интерес к этому заложил его дедушка, полковник Талайбек Мирзабаев. Интересоваться армией он начал позже, чем Сердар, в 5 классе, говорит он. Каждые выходные он приходит на работу с внуком. А дома вечерами уже полгода учит его чеканить шаг. Сердар и гимн знает наизусть. Ну, маршировать я его, когда был маленьким, приводил в гвардию, когда как раз наши готовились к параду Победы в Москву. Вот. И я его частенько сюда приводил, и он что-то начал вместе с солдатами ходить. Вот. И потом уже вечером я прихожу со службы, где-то полчаса мы с ним занимаемся строевой подготовкой дома. Площадь Алато, где у государственного флага стоит почетный караул, приходится объезжать стороной, потому что Сердар обязательно попросит остановиться, чтобы помаршировать рядом с солдатами. На День защитника Отечества дедушка заказал сшить внуку камуфляжную форму. Подарили ему и пластмассовое оружие. Кстати, отец малыша не имеет к военной службе никакого отношения. По образованию он юрист. А допустим, иногда мама подходит, допустим, будет сына, Сердарчик, просыпайся, а он, допустим, не хочет просыпаться. А именно, когда я захожу и кричу, рота, пойдем, после того он может проснуться. И, допустим, как другие дети, он, допустим, мультфильмы вообще не смотрит. В комнате сидит в Ютубе и только, допустим, художественные, допустим, фильмы смотрит. В основном парады, допустим. Ну, как другие дети, он особо мультфильмами, допустим, игрушками не увлекается. Как-то мама подарила на 23-е маленькую машинку дистанционного управления. Он от этой машинки категорически отказался. Другого у него интереса или хобби так такого нет. Вот увлечение, не знаю, насколько это серьезно и дальше как оно будет развиваться, пока не знаю, не берусь гадать. После подготовки обед с солдатами в столовой Национальной гвардии. Имя Сердар, в переводе с персидского «предводитель». Дедушка не знает, захочет ли внук в будущем связать жизнь с военной службой, но готов помочь. Но одно он знает точно – как надо с малых лет воспитывать настоящих мужчин. Эльнура Молдыкадырова, Бекназар Шермамбетов, Общественный, Первый канал.